Новый рекорд по рождаемости установили в стране. В 2021 году зарегистрировали более 450 родившихся. Это на 25 тысяч детей больше, чем в 2020. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,41. Самый высокий зафиксировали в Шымкенте – 31,6. Самый низкий – в Северо-Казахстанской области – 12,27. Напомним, что прошлый рекорд рождаемости был установлен в 2020 году. Тогда в Казахстане родилось 425 618 детей. Тем самым преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родилось чуть больше 417 тысяч детей.